Говорит Черкесск. В эфире Вести, радио Карачаево-Черкесии. Ритонеров о некоторых событиях республики. Здравствуйте. Новые меры поддержки бизнеса начали действовать в республике. Сервис купли-продажи автомобиля появился на госуслугах. Мобильный интернет на курорте Домбай и туркомплексе «Медовые водопады» стал быстрее. И в республиканской столице подвели промежуточные итоги акции «Стоп Амброзия». В пункты приема сдали более 270 тысяч корешков. Далее подробно об этих и других темах. Новые меры поддержки бизнеса начали действовать в республике. Карачаево-Черкесия успешно реализует постановление правительства России об особенностях организации и осуществления государственного и муниципального контроля и справляется под ударами санкций. Региональные власти сосредоточили усилия на максимальном упрощении работы бизнеса. К слову, помимо моратория на проверки с 10 марта этого года, в республике были отменены все начатые проверки. Лицензии и разрешения, срок которых истекает до конца года, были автоматически продлены. Кроме того, отменена госпошлина на заявления в рамках получения лицензии, а сроки действия сертификатов и деклараций, истекающих до 1 сентября текущего года, продлены еще на год. В сентябре этого года по всей России, в том числе и в Карачаево-Черкесии, пройдут выборы. На этот раз нашим землякам предстоит избрать депутатов в городские думы Черкесска и Карачаевска, а также определить состав представительного органа власти Абазинского района и еще 39 поселений республики. При региональной общественной палате продолжает работу республиканский общественный штаб наблюдения за выборами, рассказывает председатель избирательной комиссии региона Лариса Абазалиева. Центр общественного наблюдения стал местом, где все желающие могли наблюдать за выборами. Для этого не надо было быть представителем какой-то политической партии или кандидата. Это стало место, где журналисты могли своевременно и объективно получать информацию. Место, где сосредоточены были эксперты, юристы, люди, которые профессионально разбираются в нюансах избирательного права. Последние 3-4 кампании опыт наш показывает, что если своевременно вот эти ситуации разбирать, то нет повода ни для жалоб, ни для судебных исков, поэтому мы максимально открыты и идем на диалог и с кандидатами, и с партиями, и с избирателями, поскольку зачастую результат жалобы и судебные споры – это результат скорее недопонимания и вовремя неустраненных ситуаций, чем какие-то вот кардинальные противоречия вот во взглядах или чья-то злая воля. 16 июля Архыз соберет предпринимателей региона на одной площадке. Участники форума смогут пройти образовательные программы по трем разным направлениям. Продвижение через интернет и использование IT для малого и среднего предпринимательства, креативная экономика и игра «Стратегический бизнес-стимулятор». Ключевым событием мероприятия станет пленарная дискуссия «Новая реальность. Новые стратегии», в которой примут участие заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова, а также представители федеральных и региональных ведомств, почетные гости и представители бизнеса. Как получить на реализацию своей идеи несколько сотен тысяч рублей? Креативная молодежь республики может принять участие в грантовых конкурсах. Эксперты оценят их работы в ходе нескольких северокавказских форумов, которые пройдут в республике в ближайшие месяцы. Какие еще молодежные мероприятия запланированы в Карачаево-Черкесии, рассказал министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов.
Это площадка, которую Министерство по делам молодежи направило в качестве заявки для рассмотрения Федеральным агентством по делам молодежи для организации и проведения окружных форумов и площадок на территории нашего субъекта. Наша заявка, как и МАХАР, как и Дни карьеры, была признана победителем Федеральным агентством по делам молодежи, включена в план график мероприятий. И в рамках проведения данного форума некоммерческий сектор Карачаево-Черкесско-Черкасского федерального округа получит возможность презентовать свои инициативы в целях получения грантовой поддержки. В этом году Управлением Государственной службы занятости населения совместно с нами, Министерством по делам молодежи Карачаево-Черкесия, значит, запущена государственная программа оказания и содействия занятости молодежи Карачаево-Черкесской Республики. Данную инициативу мы считаем более чем актуальной. Благодарим Рашида Бориспиевича Темрезова, главу Карачаево-Черкесской Республики, за поддержку. И как раз центр «Моя карьера» будет заниматься непосредственно деятельностью, направленной на оказание содействия в трудоустройстве и успешной самореализации молодежи Карачаево-Черкесской Республики в профессиональной деятельности. Сервис купли-продажи автомобиля появился на госуслугах. Теперь договор о продаже машины можно заключить полностью онлайн, при этом он будет иметь ту же юридическую значимость, что и подписанный на бумаге. Заполнять договор начинает продавец, он выбирает автомобиль из перечня транспортных средств, принадлежащих ему. Сведения об автомобиле заполняются автоматически, происходит проверка транспортного средства. Если какая-то из проверок не удалась, об этом предупреждаются обе стороны соглашения. Затем продавец и покупатель подписывают договор с помощью приложения «Госключ». Покупатель регистрирует автомобиль в течение 10 дней. Черновик заявления будет сформирован автоматически с электронным договором во вложении. Заполнение и подписание договора обеими сторонами занимает не более 10 минут. Для регистрации автомобиля обязательно наличие полиса ОСАГО, оформленного на нового владельца, а также действующей диагностической карты для авто старше 4 лет. Спасатели Карачаева-Черкесии нашли тело мужчины, который пропал накануне, переходя реку по бревну и сорвавшись в воду. Инцидент произошел в Урупском районе. Его тело обнаружили в 350 метрах от места трагедии, рассказали в Главном управлении МЧС России по республике. В республиканской столице свои двери для пациентов откроют новый филиал городской поликлиники, который находится в Северном микрорайоне. С вводом в эксплуатацию основные корпусы, расположенные на улице Ленина, закрывать не будут. Другой вопрос, волнующий горожан – транспортная доступность. К сожалению, сейчас автобусы сюда ездят не так часто, как хотелось бы. Однако в мэрии заверили, что данный вопрос будет решен сразу после открытия учреждения. Подробности у главного врача городской поликлиники Зураба Гогушева. Проблема связана лишь с тем, что это отсутствие соответствующих площадей для более быстрого приема, соответственно, пациентов. Так или иначе, людям приходится ждать, сидеть в очередях и дожидаться своего приема. А здесь мы постараемся, скажем так, минимизировать вот это время ожидания. Вот уже несколько дней в Ногайском районе работает поезд здоровья, который путешествует по населенным пунктам республики в целях улучшения качества и доступности оказания медицинской помощи, ранней диагностики хронических и неинфекционных заболеваний среди сельского населения. Комплекс мероприятий включает в себя флюорографию, маммографию, осмотр и консультацию врача-офтальмолога, терапевта и забор анализов крови. Поезд здоровья пробудет в районе до 18 июля. Затем он посетит все районы Карачаева-Черкесии. Жителям даже самых отдаленных населенных пунктов будет оказан на широкий спектр медицинских услуг непосредственно по месту проживания абсолютно бесплатно. Зеленчукская центральная районная больница перешла на электронные рецепты. Теперь пациентам для получения лекарств можно просто показать фармацевту QR-коды из приложения «Мой рецепт». Электронный рецепт существенно экономит время, потому что оформляется значительно проще и быстрее бумажного. Сервис позволяет формировать и хранить рецепты, проверять и предоставлять к ним доступ, а также отслеживать состояние здоровья пациента и соблюдение стандартов протоколов назначения и лечения. Напомним, электронный рецепт работает по принципу: врач выписывает назначение в электронной форме, пациент видит его в бесплатном приложении «Мой рецепт», доступном в App Store или Google Play, а фармацевт считывает QR-коды и выдает нужное лекарство.
На участке автомобильной дороги Черкесск-Хабец, подъезд Кымцо-Архыз продолжаются работы по капитальному ремонту. Сейчас здесь ведутся работы по замене земляного полотна. Полностью завершить реконструкцию участка протяженностью 5 километров планируется до 1 декабря текущего года. Из русла реки Абазинка вывезли 50 кубометров мусора. Работы в южной части Черкесска ведутся ежегодно в рамках противопаводковых мероприятий. В этом году силами муниципального предприятия ДЭП вывезено 8 КАМАЗов отходов. Мобильный интернет на курорте Домбай и туркомплексе «Медовые водопады» стал быстрее. Повышение качества предоставления мобильного интернета связано с расширением покрытия сети 4G оператором связи «Мегафон» в традиционных местах отдыха туристов Карачаево-Черкесии. Так отдыхающие могут пользоваться самым быстрым интернетом как в курортных городах, так и в удаленных горных локациях. После запуска базовых станций ЛТЭ средняя скорость мобильного интернета в этих местах выросла до 15-30 мегабит в секунду, а максимальная – до 75 мегабит в секунду. Такие показатели позволяют туристам делиться фото и видео впечатлениями с подписчиками в социальных сетях, вести прямые эфиры из самых красочных точек Кавказа и отправлять файлы большого объема в мессенджерах. В шорт-листе ведущие российские профессиональные награды для лучших компаний сферы бизнес-туризма и Miss RBT and M 2022 Архыз представлены в номинации «Всесезонный курорт». Примечательно, что голосовать можно ежедневно, и до окончания голосования осталось еще 80 дней. А значит, нужна помощь зала, чтобы захватить и удержать первенство. Поэтому же сейчас можно заглянуть на страницу голосования missaward.ru и поддержать наш Архыз. В Ростовском государственном экономическом университете подведены итоги первого отборочного этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности. Его победители получили право участия в финале, который состоится с 2 по 8 октября текущего года на федеральной территории Сириус в Сочи. Всего для участия в заключительных мероприятиях олимпиады было приглашено 122 школьника из всех федеральных округов страны. Северокавказский федеральный округ на финальном этапе будут представлять 12 победителей и призеров первого этапа Международной олимпиады, в том числе и Аделина Бархозова, ученица средней общеобразовательной школы села Чапаевского Прикубанского района. Подведены промежуточные итоги акции «Стоп Амброзия». Горожане уже принесли в пункты приема карантинного растения 270 350 корешков, а сотрудники Республиканского Россельхозцентра провели химическую обработку против амброзии на 90 гектарах городских территорий. В целом планируется уничтожить сорняк на площади более 150 гектаров. Напомним, пункты приема амброзии установлены около лицея номер 15 по улице Даватора, а в районе городского дворца культуры по Гутякулова 2Б и на Красноармейской 51 напротив здания ГТРК Карачаево-Черкесия. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению региональных синоптиков, сегодня по республике переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В горах местами плюс 16-21, в северной части высокая пожароопасность 4 класса. В Черкесске днем без существенных осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду, столбик термометра поднимется до отметки плюс 27. И в республиканской столице высокая пожароопасность 4 класса. Таковы некоторые события республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова.